Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджано Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванча калпатару вашеки пасинду бевачу, патитананг павуне бхавишна бибью наму намах, муканкароти вачаланг пангунланг хетигирам, ятки патам ханганде парама анандамадвам, бинда вой тусиде вой пия вой кесвасачу. Шна бхакти паде деви шатто ваттои намо намах Нараяна намаскитто нарунчайва нараттамам Девинг сарасватинг вясам тато жайо мудире Шанкиртане кишна катху падеш Гаурия патрашо пракаса неча Садану ракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагна Мавиштудухам Тетас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Витатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллабанака Чандамани Чатая Биспуржита камепигабодушва дарши, Пурна нурагара сасагара сарамурти, Сарадхикамай кадакхам каруси, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шри Адвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда. Сиаддхайта гададхара сивасадихи гаура бхакта бинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужау канука бодату Шанкиртануй кавитару камала ятакшу Вишамбару диджавару джугадхарма палу Банде джагат приякару Каруна бхутару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивва Рупам Бхуктим Ча Муктим Ча Дада Синитам Бхаванурупена сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гоури нирантара вигуши табам бхагам Нараяно прияманго мада пхарам Варанаси пурапати бхаджаби шанатам Ваги саджуша бадане, Лакшмир джаша чавакшаси, Джасьястихиде самбид, Твам нишинга махам бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Рам Рам Хари Хари. Наджатра Вайкунтха Катха Судхапага Насадабаха Бхагавата Тадасрая
Najatra yogye samakha mahatsava suresha loko upi navaisha sevvatam. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что мы всегда заняты каким-то скверным даршаном, мы обращаем внимание только на внешнюю форму. Всегда смотрим только на какие-то внешние материальные формы, это зовется Майя Даршан. Гаудия Гоштипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, мы всегда заняты каким-то скверным даршаном, имейте в виду, что мы видим только внешние материальные формы, и поэтому мы не можем понять ничего, что связано с тем трансцендентным миром, миром Вайкунтхи. Из-за того, что мы видим майю, внешнюю майю, мы не можем ничего понять о Вайкунтха Даршане, поскольку Вайкунтха Даршан значит не отсутствие каких-то беспокойств, нерешимости, нерешительности. В этом материальном мире все отношения, которые у нас есть, наши родственниками, мужьями, друзьями, женами и прочими родственниками, у нас как какая-то нерешительность, нерешимость, чистых отношений без всякой корысти и еще чего-то в этом мире нет. Нужно глубоко подумать об этом, иначе как вы поймете, что я хочу сказать. Вайкунтха Даршан значит нет кунтхи, беспокойств. Это слово кунтха на санскрите и бенгали значит нерешительность, сомнительность, какие-то сомнения, но на Вайкунтхе все совершенно чисто, трансцендентно. Я там никаких скверных вещей нет. Вайкунтха, она совершенно, там нет никакой нерешительности, нерешимости. А в этом материальном мире все отношения, которые у нас есть, они все. Мы должны думать, ну, посмотреть, мы увидим, что они в той или иной степени осквернены. Мы можем думать, что наши отношения с друзьями, с женами хороши, но все же какое-то осквернение там, поскольку без такого, ну, без каких-то грязных интересов материальные отношения, они не идут. Обусловленные души всегда имеют какие-то сомнения, подозрения, какие-то, что-то такое. Если кто-то, кто, будучи в обусловленном состоянии, не имеет качества нерешительности, нерешимости, какие-то сомнения, подозрения, все что-то всегда в нем есть. Даже на Брахмалоке, что говорить о полубогах, Индри Варуне, они всегда сомневаются, что там подозревают Индра. Они как бы не в... Они поддерживают Бхагавана, но они не являются чистыми преданными. Ну, хотя они как бы не против преданности. Но можно видеть время от времени, они иногда бросают вызов Бхагавану. Вот Индра, например, мешал Кришне взять цветок Париджата, дерево Париджата с цветами. И вот до Брахмалоки и до самого низа. Down and down, Shakta Loka, down, and seven Loka up, and we are in the middle.
И вот мы находимся где-то в середине этих, вот этих, этой планетной системы. Наш уровень называется Булока Девидама. В Брахма-самхите мы можем найти одну шлоку. И вот мы обсуждали вот эту историю с этим Гопа-кумаром. Он очень хотел достичь высших миров, и вот он достиг, пересек, он прошел через все эти миры, Махалоку, Тапулоку и выше. И вот во всех этих 14 мирах мы не можем найти никакого места, которое было бы полностью свободно от всякого осквернения, но мы, чистых вайшнавов, мы не должны брать в расчет. Если тоже гуру вайшнавы, они вне этого мира, и их глупо сравнивать с этим материальным миром, поскольку они не зашли с Галоки. Мы не можем ее считать вот в этом смысле. И вот все, у каждого есть какие-то подозрения, сомнения, вопросы, что, почему. Кто-то спрашивает, почему. Постоянно спрашивает, что, где, когда, почему, зачем. И вот очень сложно и сочетание Чайтамрити. Говорится, Маку speaking. Акарат опи бхедабьям стринам вишайнам опи. Маку speaking. Акарат опи бхедабьям. Акарат опи бхедабьям стринам вишайнам опи. Маку speaking. И вот Махапрабху говорит, чтобы научить нас, что внешняя форма чья-то. Гуру Падпадма шутил с нами. И вот в 11-й песне Бхагаватам есть такой стих, что Джушит Майя Бхагаван в форме женщины. Что говорить о других видах Майя, только вот одна Джушит Майя. То есть это форма Бхагаван в форме женщин очень привлекателен. Как вот можно случай вспомнить про историю с Амритой? Демоны украли этот горшок с Амритой. И вот Бхагаван также хотел обмануть их с помощью Юшит Майи. И вот он принял форму прекраснейшей женщины Махини. Не было другого пути. Даже Бхагаван Шанкар был обманут этим Бхагаваном Шри Кришне с его Юшит Майей в форме Махини. И много раз раньше я говорил об этом. И вот обусловленная душа не может пересечь влияние Майи. Обусловленная душа не может пересечь этот материальный мир. Только по милости Садгуру, будьте внимательны. Если вы принимаете какого-то падшего гуру, каковы его признаки, у вас нет, не у всех есть представление, как понять, кто такой подлинный садгуру, а кто просто обманщик. То есть не все видят разницу.
те, кто татва-виды, татва-вади, если они посмотрят на вас и слышат хотя бы несколько слов, посмотрят на ваши действия, они поймут ваш стандарт, ваш уровень. Наша гурварга очень могущественна. И вот садгуру, те, кто обрели полную милость садгуру с помощью гуру севы, я имею в виду с помощью гуру севы, если вы можете удовлетворить вашего гурудева на 100%, если гурудев будет доволен вами, то тогда у вас будет возможность пересечь этот материальный мир, а если вы игнорируете гуру севу, то вы не можете ожидать какого-то значимого прогресса в духовной жизни. Если ваша жизнь, Гуру Сева — это ваша жизнь и душа, я много раз говорил, Гуру Сева — это не Гуру, это не человек, состоящий из плоти и крови, нет. Гуру Сева — это Гуру Татва. Есть два вида служения. В мире Вайкунтхи нет майя севы, поэтому можно не считать это. И вот есть, в этом мире есть лагу сева и гуру сева. То есть гуру сева — это нечто значимое, тяжелое, вечное, важное. А лагу сева — это нечто незначительное, легкое, майя сева. И вот если вы не... И вот если вы не готовы совершать гуру севу, то вынуждены будете совершать какую-то майя севу, это автоматически произойдет. То есть мы должны служить либо чему-то значимому, вечному, такому могущественному, либо какой-то майя. И вот если вы хотите совершать гуру севу и майю севу одновременно, это невозможно. И тогда вы не сможете обрести должный результат. Гуру сева никогда не может быть осквернена майя сева. Гуру сева, она чистая. Это гуру сева, это нечто значимое, тяжелое. И никакая майя сева в процессе гуру сева не возникает. И тогда, если по-настоящему совершаете гуру севу, то благодаря этому вы можете достичь Вайкунтхи, иначе жизнь за жизнью вы вынуждены будете находиться здесь, в этом материальном мире. И вот, чтобы пересечь этот океан Май, это очень тяжело, практически невозможно, но возможно. Махапрабху говорил, мы всегда заняты какими-то внешними формами. Махапрабху давал пример. Смотрите, например, вы сидите в каком-то месте. Кто-то шутит с вами. Вот берет какой-то... Ну, какой-то чучело змеи, очень похожее на настоящее. Вот если такую змею бросить, такое чучело змею бросить на человека, человек испугается. Хотя вроде шутка, змея не настоящая, но люди не... Нет, не каждый может понять, что змея не настоящая, они испугаются, убегут. И вот Махапрабху говорит, что говорить о каких-то игрушечных змеях. В Майваде пример приводится не то, что со змеей, а просто с веревкой. Если вы идете где-то по деревенской дороге, смотрите, где-то висит веревка, похожая на змею, то не пойдете там, будете остерегаться этой веревки, похожей на змею.
тем более если фонарика нет, то тяжело очень, и змей вокруг много. Даже если фонариком посветить, то можно заметить, что это просто похоже на змею, какая-то веревка, но страх, тем более, тем не менее, страх на нас наводит. И вот те, кто по-настоящему заинтересован в баджане, те, кто как-то несерьезно совершает баджан, шутливо, я с них не могу ничего требовать, с несерьезных людей. И вот это очень опасно, смотрите. Шрила Прабхупад говорит, только внешняя форма И вот какие-то люди слишком привязанные к материальному, их мировоззрение опасно. Вот те, кто заинтересованы в Харибаджане и приняли отреченный уклад жизни, для них для них общаться с противоположным полом не рекомендуется, для отреченных. И вот Махапрабху хотел нам сказать, что материалисты, то, что они говорят, о их всех, их вся речь, все мировоззрение пропитано этой материей, как в случае Калинагам. Калинаг — это змея, большой змей был, он как бы никого не кусал, но был очень ядовит, и его даже не нужно было никого кусать, просто запах яда, исходящий из его рта, он уже убивал тех, кто там рядом был. И в Бхагаватам говорится, какие-то птицы, летали мимо озера, где он жил, и они от этих ядовитых паров они падали замертво. То есть там даже птицам опасно было поблизости пролетать. И вот, если мы искренне, если мы слушаем Харикатху, если у вас есть знание Гуру-таттвы и Вайшнава-таттвы, тогда вы поймете, если приходит какой-то материалист, носящий одежду саньяси, занимается всякой ерундой, говорит всякую ахинею, то внешне может как-то ради сбора денег и какой-то дешевой славы ну, вот как здесь тоже один этот человек, носящий одежду саньяси, живет с какими-то женщинами уже 25 лет, и никто. А другие как бы делают вид, что не замечают. Хотя 20 лет назад, я помню, как и народ возмутился, сорвал с него одежду саньяси. Хотели их поженить, чтобы хотя бы народ не дурил, жил как нормальный человек. И вот в итоге этот человек через неделю опять надел одежду саньяси, уже 25 лет. Вот. Так живет. Но то общество, в котором он находится, но если им сказать, что какая-то ерунда у них происходит, что если человек саньяси должен жить как саньяси, а не как
этот, ну, жить в том ашраме, в котором он, как вы хотя бы внешне находится. Если саньяси, то должен жить как саньяси, а не как домохозяин. А носить одежду саньяси — это просто обман населения. И вот для того, чтобы совершать баджан, нам нужна какая-то благоприятная обстановка. Не все могут совершать баджан в какой-то неблагоприятной обстановке. Вот один Бабаджи Махарадж, Парамхамса, Баба Сидда Кришнадас. В Манаси Ганге там был царь Бхартпура. В то время он хотел проверить Бабаджи Махараджа своей женой. И у него много, было много жен, и вот самую красивую жену он отправил Баджанакоти Бабаджи Махараджа ночью со всеми украшениями. Бабаджи Махарадж совершал свой баджан. Когда слышал, что кто-то идет, он подумал, что это Радхарани пришла. И вот смотрите, каков его даршан. Царь хотел отправить свою самую прекрасную жену, соблазнить его, но когда она пришла, он, услышав звук и украшение, он подумал, он буквально упал без сознания. Он думал, что сама Радхарани пришла. Смотрите на его даршан. И когда вот здесь, когда долго Бабаджи Махарадж стоял на Ганге, наблюдал за Гангой, то здесь местные жители сделали ему замечание, что он тут стоит на баба пялится, что он делает. И вот и начали кидать в него камни. Но Бабаджи Махарадж не жаловался. И вот Бабаджи Махарадж сказал, что я пойду к Ишваде и пожалуюсь, что вы меня беспокоите. Здесь это в Новодипе было. Гуркишвадас Бабаджи Махарадж сказал, что я пойду к Ишваде и пожалуюсь на вас. И вот Бабаджи Махарадж, будет ли он смотреть на женщин, думаете ли вы, что это возможно? Кто созерцал самого Кришну, Радхарани Вриндаван, может ли он стремиться смотреть на женщин? И в этом разница между вайшнавами и обычными людьми. Это ошибка, которую мы совершаем. Это ошибка нашего общества. Это та ошибка, которую совершают так называемые духовные лидеры. Понимают они или не понимают, вот в этом большой вопрос. Некоторые специально мешают, чтобы эта сиддханта не распространялась по всему миру. Сидя в Ясасане, прикасаясь к читанию Бхагавати, я могу сказать с полной уверенностью, можем ли мы проповедовать такую сиддханту или нет. Люди обычно одобряют людей, похожих на себя. То есть
рыбака видит издалека. Ученый только может узнать подлинного ученого. Люди могут говорить «Джай Прабхупад», но на практике можно ли это видеть? Часто это все кончается на словах. Мало кого можно видеть, кто следует Шри Прабхупаде, Бхактисиддханте Сарасвати. Люди думают, что просто кричать «Джай Прабхупад» этого достаточно, или предлагать ему гирлянды, но чисто Гуру Вайшнавы не стремятся к каким-то таким дешевым почестям. Они не ожидают ничего от вас. Это наша возможность совершать им служение каким-то Парамхамса Гуру Вайшнавам. И вот Махапрабху дает такой пример. Из Бхагаватам я могу привести множество примеров. Времени не так много. It is more than taking poison. If you are going to contaminate your heart with all Joshi Sangha, contaminate. It's more than Mahaprabhu. That's why Mahaprabhu never wanted to excuse small Haridas, junior Haridas. Стремление к наслаждению, оно очень оскверняет сердце. Махапрабху явил нам такой пример с Чота Харидасом. Поскольку тот принял отречение, но все же с ними у него появилась такая мысль наслаждаться. И поэтому он вынужден был умереть. И потом, когда он родился как Гандхарва, Махапрабху принял его служение. И много раз из Бхагаватам я говорил, приводил разные шлоки. Пурава. Вы слышали его имя? И вот он говорит, и из-за общения с Урваши он не смог даже осознать время, сейчас день или ночь. И вот здесь говорится Пурава. Из-за общения с Урваши он даже не мог понять, день это или ночь. Он настолько был погружен, влюблен в нее, настолько, что он забыл о времени. О времени, в смысле, не только как день или ночь, а какой день, какая неделя, какой месяц, какой год. Так годы за годами проходили в наслаждении с ней. И каждый день я боюсь, в то время течет. И вот время волны никого не ждут. Вот я недавно говорил Харикатху, в прошлом году уже, следующий год, 23-й пришел. И так время, оно несется подобно волнам в океане. И также у нас есть океан служения, когда и как все это успеть сделать. И вот, наслаждаясь, пытаясь удовлетворить свое вожделение, мы никогда не сможем найти решение.
если мы думаем, что мы будем наслаждаться больше и больше. И когда-то это надоест. И вот непрерывным, если мы будем постоянно наслаждаться, то к концу наслаждения не найти, может. Мы уже состаримся, но если человек стар, не значит, что он уважаем. Человек уважаем в соответствии со степенью своего сознания, осознания. Я видел много пожилых старых людей, но они очень похотливы, хотят есть там плоть, рыбу, но не могут переварить это, хотят наслаждаться женщинами, но их тело уже не позволяет, хотя физически они это не могут делать уже, но похоть она все равно остается. И вот Махапрабху хотел привести нам этот пример. И вот кто такой ачарья, каковы качества подлинного ачарья. И вот из Хари Бхакти Вилас я могу привести множество примеров. И вот сейчас Махарадж пишет статью. Вот на тему ачарья татва. О том, что женщины не по ведической системе не... То есть женщины не могут занимать пост ачарьи. Ну, в соответствии с этой, в смысле, давать посвящение не могут. Вот Махарадж пишет статью с свидетельствами из Писаний, с положительными и отрицательными примерами. Но все же можно наблюдать иногда, какие-то возвышенные женщины в качестве исключения могут действовать как ачарьи и давать посвящение, но это именно исключение, а не общее правило. И вот из Бхагаватам, если мы будем изучать, там описываются признаки гуру вайшнавов в Хари Бхакти Виласе, также множество примеров Санатана Госвами дал нам, кому, где, когда, кто, у кого получать дикшу, признаки подлинного гуру, подлинной дикши, ложной дикши, подлинного гуру и ложного гуру, мошенников и искренних душ. Это все в Хари Бхакти Виласе описывается, даже в комментариях. Написано мне Санатана Госвами. Санатана Госвами написал Хари Бхакти Виласу, но он же написал комментарий к ней. Брихат Бхагаватамриту тоже к ней комментарий он написал на санскрите. И вот если кто-то, в шастрах говорится, если кто-то завидует кому-то, есть зависть в сердце, то такой человек недостоин следовать Бхагавад-дхарме. Он не может их следовать. И вот первое качество, не должно быть никакой зависти. Для тех, кто хочет следовать Бхагавад-дхарме, мы не должны терять терпение. Если мы потеряем терпение, то тогда нельзя сказать, что мы гуру, что мы ачарья, у нас нет права проповедовать тогда. И Махапрабху сказал об этом. В Чайтанье Бхагавате множество примеров. Чайтанья Махапрабху, он был готов простить каких-то плохих людей даже. Но Махапрабху даже был готов сделать что-то для них, но
те, кто поносили, говорили какую-то ерунду о Гуру Вайшнава с незапамятных времен, Бхагаван не может простить их. И вот вопрос пришел. Что Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, он сам был занят в совершении уединенного баджана, хотя он не рекомендовал нам совершать уединенный баджан. И вот я начал харикатху с этой шлоки, что обусловленные души всегда выражают какое-то сомнение. Даже они не могут поверить в Шри Прабхупаде или Кришне и Шри Чайтанья Махапрабху Нитьянанде. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру Парамахамса Гаудия Гоштхипати, он написал в Вайшнаваке. Вот эту поэму на Бенгале. К сожалению, не все бенгали знают. И вот под именем Баджана мы заняты сбором дешевой славы, почести, какого-то престижа. И поэтому люди совершают уединенный баджан на показ, чтобы вот обрести какую-то дешевую славу, дешевый почет. Но если посмотреть, такие люди даже час спокойно не могут сидеть, не то что баджан какой-то совершать, постоянно заняты мыслями о какой-то материи. И вот если с такой кучей материальных мыслей и материальных этих стремлений, можно ли совершать уединенный баджан? И вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, что вы под именем Харибаджана занимаетесь имитацией. Поскольку ваш ум, он осквернен материей, и как вы можете совершать баджан? И возможен ли уединенный баджан в таком состоянии? А когда уединенный баджан возможен? Вот сейчас как раз день явления Шрилы Кришнадаса Бабаджи Махараджи. Вот на его примере можно узнать, когда же возможен уединенный баджан. Тогда, когда вы можете совершать непрерывно намасанкиртан, вот как в этой шлоке говорится. Киртана Прабхава Смарана Хайбе. С помощью вашего совершенного санкиртана Гуру Крипы, милости Шри Гуру, с помощью нашего совершенного воспевания святых имен, когда мы будем иметь непрерывную связь с трансцендентным миром, именно непрерывную связь, когда поток санкиртаны, он проявится в нашем сердце, и когда мы будем находиться в непрерывной связи с трансцендентным миром. И тогда уединенный баджан будет возможен, поскольку это будет уже не уединенный баджан. Внешне может выглядеть как уединенный баджан, но если мы будем помнить своего Гурудева, Шрилу Прабхупаду, Вриндаван, Гавадхан, Радакунду, Шьямакунду, все лилы Бхагавана, как Сиддханту, думаете ли вы, что я совершаю уединенный баджан? Поскольку в уме я всегда имею общение с Гуру Варгой, с моим Гурудевом,
И это огромная ошибка, которую вы совершаете. Кто-то сравнивает свой случай с случаями Шрилы Прабхупады с его уединенным баджаном. Внешне это выглядит как уединенный баджан или как Гурги Шрила с Бабаджи Махараджи. Он внешне было похоже, что он совершает уединенный баджан, он был один, но в уме он всегда думал о Гурварге, о Радхаране, о Кришне. И он созерцал непрерывную лилу, поток лил Шри Кришны. И думаете ли вы, что Гур Кишурдас Бабаджи Махарадж? Вы можете сравнить его случай со своим? Или случай Шрилы Прабхупады, состояние и уровень баджана Шрилы Прабхупады с вашим? Нет, это невозможно. Если вы хотите проверить гуру и вайшнавов, вы можете поместить их в комнату на долгое время. Они не будут возмущаться, они даже не заметят, поскольку они имеют непрерывное общение с гуру Варгой. И вот если мы будем пытаться имитировать или вот то, что делал Шрила Прабхупад, то ничего не получится, или взять, повторить даже. Сколько там, 100 коров, 100 раз по 10 миллионов святых имен, это может лет 10 занять у нас, но или быстрее, но это все равно будет имитация. Это невозможно. И также мы должны помнить то, что Шрила Бхактивинода Тхакур, что он делал, сделал в своей жизни, он повторял тоже 100 раз по 10 миллионов, 100 коров святых имен, и потом отдал свое мало. И вот этого джапа мало он дал Бимала Прасаду и дал наставление, поскольку Шрила Прабхупад никогда не... И вот помните это. Если кто-то будет пытаться аргументы какие-то приводить, я могу ваши аргументы все разбить в пух и прах. И вот Шрила Прабхупад никогда не хотел совершать уединенные баджаны, поэтому Шрила Прабхупад начал говорить Харикатху, читание. И вот в Пуршоттам даме можно вспомнить, Шрила Прабхупада говорил Харикатху, будучи в Пуре, в Пуршоттам даме. И вот помнить Гуру Вани, наставление Шри Гуру, это наше богатство, наше сокровище. И вот Шрила Прабхупад начал говорить Харикатху в Пурушоттам Даме Нилачала Кшетри по указанию Шрилы Бхактивинода Тхакура, но вскоре местные, которые приходили, возмутились и захотели убить его. Если ты выйдешь из своего дома, мы тебя убьем. Пообещали так. Поскольку Шрила Прабхупад не стеснялся и говорил об абсолютной сиддханте, о учении Шримана Махапрабху, а эти местные стали крайне недовольны. И Шрила Бхактивинода Тхакура вынужден... Шрила Бхактивинода Тхакура видел все ясно. Он видел прошлое, настоящее, будущее Бимала Прасада Сарасвати. Он знал, знал, кто он и его уровень. И поэтому он, видя обстановку, он отправил в Раджапатан, в Навадвип, в Майяпур. В Раджапатан это место, это Чайтанья Махапрабху сейчас, Чандрашекара Чарибаван. И вот дал ему Амалу.
и по указанию Шрилы Бхактивинода Шрила Прабхупад приехал в Майпур, принял прибежище в этом Чандрашекарачарья Бхаване. Это та комната еще осталась, где Чайтанья Махапрабху сейчас. И вот Шрила Прабхупад повторил 100 раз по 10 миллионов святых имен, 100 кров, он повторил Харинам непрерывно. И в это время, когда он повторил, он взял на себя обет есть с пола также, вот и ел так с пола, очень много аскез совершал. Шрила Прабхупад не хотел этого делать, но что толку? Он вечный спутник Шримати Радхарани, но чтобы мы его не поняли превратно, он это все делал. Если бы мы видели, что Шрила Прабхупад сам совершал уединенный баджан, но нам говорил не делать, это бы сконфузило нас. Хотя с чьей-то точки зрения выглядит, как будто он совершает уединенный баджан, но на самом деле нет, вся Гурварга, вся Панчататва, они с ним. И вот Шрила Прабхупад совершал святые, повторял святые имена, и однажды вся Панчататва явилась к нему, сказали, что ты делаешь, начинай проповедовать. Как я могу проповедовать, это невозможно для меня. У меня нет денег, власти, людей, вообще ничего нету. А Панчататва сказала, что мы все пошлем тебе, не беспокойся. Помни и не забывай. Вот Махарадж вскоре опубликует книгу. Книга зовется не «Борьба», а «Решение». И вот говорится, то, что Гурварга и Панчататва, они явились и дали наставление Бимала Прасад Сарасвати, иди и начни проповедь, мы пошлем все тебе. И наша Гурварга, как Шрила Бхактидайта Мадхава Гусей Махарадж, Бхакти Хридай Бондов Гусей Махарадж, Бхакти Праген Кешав Гусей Махарадж, Бхакти Саранга Гусей Махарадж, все Гурварга, те, кто следует Шриле Прабхупаде полностью, те, кто подлинные гуру, они не критикуют других. Поскольку, если вы скажете, что наша Гурварга, все вышеперечисленные, что они бесполезны, то это глупо. Но еще это плохо, то, что если кто-то думает плохо про других, это одно, а если говорит, это же другое, и показывает невысокий и недалекий уровень такого человека. Ну и в соответствии с русской поговоркой, что высказаться надо дать каждому, дабы каждого глупость была видна. И вот человек, говорящий такие вещи, виден, ну, виден его настоящий уровень. И вот если кто-то критикует вечных спутников Шрилы Прабхупады, посланных самим Верховным Господом, то это говорит как раз о том, что человек не понимает сиддханты. И с помощью шастры я могу все это доказать. Mm-hmm.
И вот в соответствии с предсказанием Панчататвы, все, что они сказали, что они пошлют людей и все остальное для проповеди. И, соответственно, те, кто пришли к Шриле Прабхупаде, они посланы Панчататва. И если кто-то критикует их, это очень глупо. И также могу сказать, что те, кто говорят всякую ересь о гураге, о чистых гуру и вайшнавах, то такие люди в будущем будут влачить очень жалкое существование. Можно ли найти, чтобы такие возвышенные души, как Шрила Бхакти Прамод Пуридев Госвами, критиковал кого-то? Даже если кто-то критиковал его, тот один глупый ачарья сказал, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, конечно, преданный, сам самого такого низкого начального уровня. И вот кто-то пришел к Гуру Махараджу и сказал, что тот ачарья с того берега реки сказал, что, конечно, начал плакать, а Гуру Махарадж засмеялся. Ну, что вы плачете? Ну, тот ачарья вас так оскорбил. Я думал, что у меня вообще нет никакого адхигара, никакого уровня. Он хотя бы признал, что я начинающий преданный. Это же хорошо. Почему вы плачете? Почему беспокоитесь? И вот я видел во всей своей жизни. Я никогда не видел, чтобы Шрила Бхакти Прамод Пуридев Госвами как в своей Сиддханте кого-то критиковал. Даже во всей своей жизни я не видел, чтобы Шрила Мадхава Госвами Махарадж кого-то критиковал. Шрила Бхакти Валабтхирта Госвами Махарадж или Бон Махарадж, но или Шрила Кешав Госвами Махарадж. Но смотрите, вот как в случае с Шрила Кешав Госвами Махараджем, если кто-то говорит сильную, строгую сиддханту, это не значит, что кого-то он пытается оскорбить. Нет. Если я хочу утвердить подлинную сиддханту, то твердость и строгость этой сиддханты доказывает, что здесь все хорошо. То есть утвердить сиддханту, это не значит оскорбить кого-то. И также день за днем я могу обсуждать это. Даже относительно Намапараты, десяти оскорблений святого имени, первое — это Гуру Вайшнава Нинда. И вот если мы будем говорить так, что Шрила Прабхупад, ну кто-то думает, что Шрила Прабхупад сказал не совершать уединенный баджан, но сам внешне совершал, но это не так, поскольку внешне может выглядеть так, но никогда не был один. И вот сиддханта Шрилы Прабхупады в том, то, что повторять харинам, совершать харинам по-настоящему, встретиться с хари — это то же самое. То, что сказал Шрила Прабхупад, а мы хотим сравнить свой случай с его. Шрила Прабхупад, он сказал совершать харинам и встретиться с самим Шри Хари — это то же самое. И что это и значит, то, что наш харинам должен быть совершенен. И вот с великой предосторожностью я был занят в Хари Киртане. Вы не можете доказать, что я был в уединенном баджане. Внешне, может, это выглядело так. Я был на Гавадхане, на Сурикунде или в Гакуле, или в Нагадруме повторял святые имена. Но
я по сути не совершал никакого уединенного баджана. Даже я никогда не хотел чтобы обо мне кто-то знал. Я жил так незаметно, совершал ванисеву также. И вот читание Бхагавату, читание Чаритамриту, читание Бхагавату, Махарадж читал вслух и повторял святые имена все свободное время. Вот Махарадж, он следовал строгим обетам, воду пил три раза в день всего, ел один раз в день. Вот он как такие строгие обеты на себя взял. Но если кто-то пытается имитировать такое, ни к чему хорошему не приводит. Имитация запрещена. И вот если ситуация и милость Шри Гуру позволят вам, то вы сможете совершать подобные аскезы. Я много раз видел, люди совершают, пытаются совершать какие-то обеты, берут на себя какие-то обеты, проходят небольшое количество времени, и они не способны следовать ничему. Это невозможно для них. Посередине. Мало кто до середины до этого может дотерпеть обычно быстро. Все эти такие суровые аскезы заканчиваются. Я не знаю почему, но почему во всей своей жизни я никогда не совершал половину Гавардхан Парикрама, всегда только полную Гавардхан Парикрама. Даже когда я был внешне болен, я все равно обходил Гавардхан Парикраму полностью. И удивительно, мне даже ни одного муравья не кусало, да не то, что змеи. Кого-то змеи кусают в процессе, но меня даже муравьи не кусали. И вот я проверял себя, могу ли я повторить что-то такое или нет. Я проверял себя. И все равно следую тем же самым обетам, что и раньше. Даже возраст на это не влияет. Санатан Гасай, ему было за 80, Гуру Махарадж тоже, когда ему было 80 лет, он тоже обходил Гавардхан пешком. Санатан Гасай тоже каждый день обходил Гавардхан, ему тоже было за 80. Мы не должны стремиться к отдыху, какой-то расслабленной жизни. В тот день, когда вы будете стремиться к наслаждениям, это плохой знак. И вот что же сказать о Шиле Кришнадас Бабаджи Махараджа. Внешне можно найти, что он был занят уединенным баджаном, но я могу доказать, что такого никогда не было. Он был учеником Шилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами. Он принял одежду Бабаджи от этого Бабаджи Махараджа. Мы его не знаем на Гавардхане. И вот он принял саньяс посвящение от него, но всю жизнь он был занят совершением сангхиртаны. Это чудесно, необычно и непревзойденно и бесподобно. Он непрерывно совершал сангхиртан, совершая враджа мандал парикраму с самого утра. Вот, например, в 5 начинается, там, или в 5.30, или в 6. Я рано начинаю повторяльник, совершаю поклонение в уме и начинаю парикраму, поскольку если еще не жарко, утро можно быстрее обойти Гавардхан. Или
когда много преданных, там надо в туалет сходить, помыться, поесть, то все, в общем, медленно получается, и в 5 утра уже не выйдешь. И вот я с самого утра, с 5 утра, после арати, Гирирадж Махараджа, и вот он с мридангой, совершая киртан, и пая весь день, как он мог такое делать? Разве это возможно для человека совершать санкиртан столь долгий период времени? И вот также никто не видел, чтобы он спал. Я ни от кого не слышал, чтобы кто-то видел, чтобы он, чтобы видели его спящим. Он внешне он не спал. Никто не замечал, чтобы он спал. Когда он, все спали, он повторил харинам. Вот это видели, а то, что спит, никто не видел. Это очень чудесно. С Шилой Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махараджами и другими преданными, как Шилама Дев Госвами Махарадж или Шида Дев Госвами Махарадж. И непрерывно наш Бабаджи Махарадж, Кришнадас Бабаджи Махарадж, он жил с ними, он был образован. Что-то там, какое-то учреждение закончил, образователя, не было денег, у него ходил в такой короткой одежде. Однажды он отправился в Матхуру, во Вриндаван не было билета. Ну, поскольку денег не было, что делать? И в этом, в общем, вагоне там даже не залезть. Там, и вот, ну, когда поезд начался, этот поезд начал ехать, он зашел в первые вагоны. Первого класса контролер спросил, где ваш билет, он засмеялся, сказал очень прекрасный, ну, сказал так очень красиво. В то время у людей человечность была, он как бы внутрь эти купе не заходил, в коридоре стоял, и вот на вопрос, где ваш билет, он сказал, очень красиво. И контролеру было неудобно просить денег у него. И вот тот, видя уровень образованности, сказал, что вам как раз следовало бы и ездить в этом вагоне первого класса, так что езжайте. Ну, я тоже иногда так ездил. Ну, в Индии еще система такая, если билеты, ну, билеты в качестве лотерейных продаются. То есть как бы билет на поезд без конкретного места. А место вообще, если какое-то место, узнается непосредственно перед отправлением за 4 часа обычно. Ну, в общем, билета Махараджа было, места не было. В общем, он зашел в поезд, там какие-то преданные сасама были. И в итоге они сказали мне, что это в 10 вечера было, контролеров не было, билеты проверять, ну, бывает они вечером, ночью не проверяют билеты. И вот этот человек сказал, смотри, вон там никого нету, кто-то опоздал, место свободное, идите спите там. И вот я залез туда, уснул, утром приехали в Джаганатхапуре. И вот так по воле Джаганатха я доехал.
Но в этом все время Радхаятры было поезда переполнены, там даже если контролеру взятку 1000 рупий дать, то места не будет, поскольку их нет. Но так случилось, что кто-то опоздал на поезд, и вот как раз там, где в том вагоне, в общем, там же, где я сидел. И вот так же часто такое было. Однажды я поехал на станцию Калькутты, там наш брат Боги Аватхут Махарадж сказал: идите со мной, езжайте со мной, не проблема. Но там много преданных ехало, они подвинулись с места. Но у них как бы билет сразу там человек на 20, поэтому это кто их считать будет. Вот. И вот Бабаджи Махарадж очень отречен, и он никогда не хотел показывать пример уединенного баджана. Нет, он хотел совершать гошчи баджан. Даже с Шрила Бхактивилапха Тирта Госвами Махараджем, когда Мадхава Госвами Махарадж ушел в Раджамандал Парикрама, на Вдип Дам Парикрама, Бабаджи Махарадж совершал киртан, непрерывный киртан. Гуру Махарадж говорил: удивительно, он все время совершает киртан. И Шрила, он жил, в храмах Шрила Сиддхартха Госвами Махараджа или Шрила Мадхава Госвами Махараджа. Он всегда совершал киртан, говорил харикатху. Его киртан был настолько затрагивающий сердце, очень такой искренний, что даже был президент Индии, Раджендра Прасад его звали. Он однажды пришел на праздник в Мадрасе, в мадрасском Годи Матхе. В то время там был Кришнадас Бабаджи Махарадж. И вот Кришнадас Бабаджи Махарадж был один, ну, в смысле, тот, кто совершал киртан там. И с помощью киртана, и вот они встретили, ну, такое это правило этикета, чтобы кого-то встречать, но в процессе киртана нужно совершать. И вот этот президент сел Ну, он там еще председательствовал. Но на этом собрании много преданных были. Был там Шрила Мадхава Госвами Махарадж и другой. Но киртан Кришнадас Бабаджи Махараджа был очень великолепен. И вот Раджендра Прасад, после того, как киртан закончился, он сказал, что совершайте дальше киртан. Мое сердце растаяло, слыша ваш киртан. И вот он попросил его больше совершать киртан. Я не могу идти. Пойте. И смотрите, как этот его киртан затронул его сердце. Гуру Махарадж тоже совершал киртаны, но также у него было множество других видов служения. И вот время от времени он приезжал в Матхила Сиддхартха Госвами Махараджа, великой личности, которого наш Бхакти Камала Мадхусудан Госвами Махарадж, он говорил, что когда мы находимся с вами, мы думаем, что мы с Шрилой Прабхупадой. Они говорили, когда мы находимся вместе с вами, чувствуется, что мы находимся рядом с Шрилой Прабхупадой. То Бхакти Камала Мадхусудан Махарадж никогда не думал, что Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж отличен от Шрилы Прабхупады. Он видел Шрилу Сиддхартха Госвами Махараджа проявлением Шрилы Прабхупады.
Because Prabhupada never wanted to make Acharya. He is the man to be blamed who is making Acharya para Acharya. None of Guru, none of Prabhupada disciples, they are qualified for Acharya. How miracle. I like to kill myself before hearing. But if I kill, who can give answer? So whole life I can give an answer. If your luck is okay, then you can realize. Вот если кто-то критикует силу Сиддхартха Госвами Махараджа, то что толку от такого человека? И мы не должны слушать критику в адрес ващнав, подлинных ващнавов, и мое сердце обливается кровью, когда я слышу такое. Как Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж был безупречен, но все же какие-то бестолковые люди находят недостатки в нем. У Шрилы Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махараджа не было никакого ложного эго. Никакая майя не могла даже подойти близко к нему. How we can expect that they can reach Bhagavan? That day I was speaking, no? Even I am ready to appreciate Prakasananda Saraswati. Because he is at least ready to confess that our раньше, в предыдущей лекции говорил, что Пракашанда Сарасвати, я уважаю его за то, что он признал то, что Шанкарачарья был неправ, хотя он был его последователем. Но какие-то люди, если заняты какими-то измами, хотя если дать им показать, что в чем конкретно их этот гуру неправ, могу уже показывать сотни вещей, где он неправ, но такие люди все равно не смогут это признать, хотя то, в чем неправ их гуру, это очевидно. И вот когда Шрила Прабхупад сказал ясно и четко, когда он сказал, что он те Сахаджи и Бабаджи, делают что-то не так, то и то, те сказали, что занимайтесь своим баджаном. Начали лаять на него, как собаки, вы своим баджаном занимаетесь, еще вы на нас смотрите, вы не ващнавы вообще. Шрила Прабхупад просто хотел сделать им несколько замечаний, спросить, что за ерунду он занимается. Вот, например, такую манту бестолковую повторяют, это же совершенно неправильно, в корне неправильно, как Нитянанда и Радхарани, откуда она вообще взялась. Какой-то знаменитый Ачарья пишет всякую ерунду. Был на Сахаджи, с этими Сахаджими, на Радакунде, всякую ересь несет. И вот в процессе, посередине Радхаятры, в день Харапанчами. Харапанчами — это день такой, около между Радхаятрой, между первым днем и последним, посередине Харапанчами, пятый день. Дития, это второй. Третья, ну, в общем, первый день Радхаятры, второй, третий, четвертый, пятый — это Харапанчами, когда Лакшми Деви идет драться с пандами, чтобы вернуть Джаганатха назад. И вот там people losing patience they don't have. You
И вот Махараш написал статью Баладев Рас, называется. И вот во время обсуждения вот этой Харапанчами Махапрабху Шивас Пандит Сварупа Госвами, когда Махапрабху внезапно развил настроение Радхарани Баларамы Нитьянанда, они были там, Нитьянанда сразу ушел с того места, и описывается там. То есть Нитьянанда, он моментально ушел, поскольку внезапно, когда Махапрабху явил, и вдруг в процессе обсуждения Харигатхи Махапрабху развил Радабаву. И когда Радабава появилась, Нитьянанда Баларам, его старший брат, он сразу же ушел далеко. Но этот бестолковый ачарья такую мантру одобрил. Как это вообще возможно? Как можно ожидать какого-то конкретного результата совершенного учения, если они даже этого не понимают, поскольку они знают, что я говорю о том, что сказал Шрила Прабхупада, Шрила Кешава Госвами Махарадж. И вот Кришнадас Бабаджи Махарадж, он, я знаю, что он не проповедовал на Западе, Рупа Госвами тоже на Запад не ездил, ни Джива Госвами, ни Санатана. Шрила Бхактивинода Тхакура тоже не проповедовал там. Но их Харикатха, она распространилась по всему миру. Кто-то думает, что если физически поедет куда-то на Запад, то чем что-то сделает полезное там, но это далеко не так, как Гуру Кишодас Бабаджи Махарадж. Он известен во всем мире, и в этом его успех. Но кто-то, какие-то люди говорят обратное. Что такое полдня проповедь Бонда Госвами Махарадж? Сколько он проповедовал? Какая совершенная проповедь была совершена Госвами Махараджем? Я могу дать вам несколько статей, и вы поймете их слова. Вот если это книга Бонда, мои лекции в Англии, Германии. Бонда Госвами Махарадж, по-моему, он говорил Харикатху этой королеве Елизавете. И те люди, которые критикуют их, я думаю, Бхагаван их никогда не простит. Они помогали Шри Прабхупаде с самого начала. I can disprove. If you like to establish, you have done so. No. If you have done Pope, if you have done Guru Seva, then this kind of symptom, like. Если кто-то совершает Гуру Севу, подлинную Гуру Севу, то какие-то признаки проявятся. И вот один человек. Толковый аюрведический доктор, он может по пульсу узнать все ваши болезни. И вот один такой этот доктор был, у него было множество пациентов, ему не нужно было там ходить, анализы прописывать, там сдавать кучу всяких тестов. Он просто по пульсу определял, какая болезнь, давал лекарства от конкретных болезней. В общем, этого доктора сам Хануман благословил. И вот те, кто чистые Гуру Вайшнава, Сиддханта Веды, если он посмотрит на вас,
или прочитает что-то, что вы написали, или услышит то, что вы говорите, он сразу поймет, кто вы на самом деле. Это как аюрведический доктор по пульсу может определить все ваши болезни. Они очень чувствительны. Видя ваш характер поведения, они могут увидеть, кто есть кто. Но какие-то люди действуют на показ. Но какие-то люди проповедуют только для того, чтобы прославиться на весь мир. Но Харикатха — это не шутки. Харикатха, она не может явиться на устах таких людей. Харикиртан и Харикатха, они не могут явиться у тех, кто не утвердился в Тринадапи. Мы забываем это, к сожалению. Если нет у нас Тринадапи, это не является Харикатхой. Это могут быть просто какие-то лекции, но Харикатха — это то, что входит глубоко в сердце и меняет его. Что они говорят? Ну, можно заметить, что чем ниже уровень лекции, тем больше слушателей. Чем больше качество, тем меньше количество, и наоборот. И вот, слыша таких людей, можно услышать всего лишь одно слово и понять, что они говорят, Харикатху или какие-то лекции. И вот, если Кришнадас Бабаджи Махарадж, кто-то считает его падшей душой, то такой человек не может совершать санкиртан. Нет, у него не будет качества Тринадапи. Это признак авайшнав, тот, кто... Кто такой вайшнав? Вайшнав тот, кто... Тот, кто может помочь нам, тот, кто может направить нас на подлинный путь. Тот, кто наш подлинный друг, он скажет нам, что исправит наши ошибки и какие-то недочеты. Но сейчас, к сожалению, происходит наоборот. Если бы это сделать какое-то замечание какому-то брамачари, тот полезет морду вести. Настолько возмутится. Он не поймет, что ему желают добра и делают какое-то замечание, которое поможет ему в его духовной жизни. И вот Кришнадас Бабаджи Махарадж совершал киртан, и иногда видели, что Бабаджи Махарадж какие-то киртаны пел не по теме, скажем, вот лила киртаны какие-то и прочее. А Шридхар Махарадж услышал это и сказал: позовите Бабаджи Махараджа ко мне. И вот он пришел и сказал: пошел он отсюда. Кто тут такие киртаны поет? Не хочу ничего подобного слушать. Поскольку Бабаджи Махарадж совершал такие высокие лила киртаны, которые неприлично. Но Шридхар Махарадж его как-то не считал нужным их вообще вслух произносить, тем более петь во всеуслышание. И вот поэтому сказал, чтобы тот ушел. Ну, тот собрал свои пожитки и ушел. А вечером во время арати пришел
поклонился Шри Махараджу, то сказал: «Вот ты опять пришел, мой брат Боги, я что, тебя выгнал?» То сказал: «Да, вы меня выгнали, сказали мне уйти прочь, но не говорите, что не приходите, вот я пришел опять к вам». Вот он был очень просто сердечен. Его сердце было как сердце ребенка. Однажды Вайканас Госвами Махарадж, кто он был царским пандитом, Радж пандитом был. Однажды он открыл календарь и начал обсуждать с Шилой Мадхав Госвами Махараджем, что в честь читания Мадхи Бхакти Кушум Саван Госвами Махарадж написал, так он написал письмо ему с просьбой, что Махарадж, если Экадыши, там он еще Экадыши был, непонимание, то он написал ему, чтобы вот, в соответствии с положением звезд тем и тем, Экадыши в этот день не может быть. Как вы можете Экадыши соблюдать, когда оно на следующий день? И вот, прочтя это письмо, Бхакти Кушум Шраван Махарадж, он был восхищен, действительно, мой брат Боги помог мне, и он написал благодарственное письмо, что вы заметили такую ошибку в моих расчетах. Сейчас мы все исправим, перепечатаем, заметку добавим, что когда же не в этот день, а на следующий, смотрите, какое его настроение. Какое прекрасное настроение. Что если ему указали на его ошибку, он был очень благодарен этому человеку и исправил ее. Мой Гуру Махарадж открыто писал, и вот эта книга скоро опубликуется, если кто-то может какую-то ошибку найти, какую-то там опечатку, я очень благодарен буду. Гуру Махарадж говорил, что вот, когда какую-то книгу опубликовали, просил, если кто-то какие-то ошибки, опечатки заметит, то будут очень благодарны, если ему сообщат об этом. А кто-то критикует таких великих вайшнавов. Шрила Бхакти Прамод Госвами Махарадж был старше всех вот этих великих вышеперечисленных вайшнавов, но никогда не гордился этим. Он всегда был очень смирен. Даже когда ему кланялся, он кланялся первым и не пытался всячески избегать этих поклонов, чтобы принимать чьи-то поклоны. И даже когда день явления Шрилы Бхакти Прамода Пуридева Госвами Махараджа, никто не знал и не соблюдал, только Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа. Он однажды поймал Шрилу Пури Госвами Махараджа и сказал: «Давайте, говорите, когда у вас ваш день явления». Но Гуру Махарадж, он покупал сладости, гирлянды и посылал своему старшему брату Боге. Но кто там был, он как-то рассылал подарки на свой день рождения. Как Бхакти Алок Парамахамса Махараджа или Сидхар Махараджа, если там был. Ну, хотя он не старше, но все же. Посмотрите на настроение нашей Гурваги, какое уважение друг к другу. Либо в Риндаване, в Матхуре можно найти какой-то Камса, который постоянно всех достает. В Баума-лиле, в Кришна-лиле, земной.
Кришна лили, можно найти Камсу, Джарасанду, Шишупала, и нельзя сказать что-то. И вот они очень удачливо присоединились к миссии Шрилы Прабхупады. Но не все. И вот можно наблюдать, что какие-то люди пришли к Шриле Прабхупаде, совершали служение, но кто-то в результате каких-то оскорблений или еще чего-то пали, не смогли дальше следовать Шриле Прабхупаде, приняли прибежище у Канупри Дас Бабаджи Махараджа, он хороший саду, но не с нашей сампрадаи, с этого, как его. В общем, с другой сампрадаи, не с чем надо сампрадаи, с чем надо паривара. И вот я слышал от одного человека, который был с ним, в общем, что-то Махара слышал, но не сказал. И вот Бабаджи Махарадж начал совершать баджан на берегу Паван Саровара. Я там много раз был, говорил Харикатху о Баджан Кутире. Это в Нандаграме. В Баджан Кутире Санатан Госвами. Там он совершал баджан на берегу Паван Саровара, закрыв глаза, и вот он смотрел Кришна, он созерцал, как Кришна идет пасти коров. Бабаджи Махараджа находился в Сакья-расе, и вот он был в Сакья-расе, он сам много раз говорил об этом. И вот он совершал харинам на берегу Паван Саровара, созерцал все лилы сегодня, я проходя мимо этого Паван Саровара. Я нахожусь там и восхищаюсь, и видя обстановку вокруг, я вижу, как все опустело, и какое-то чувство приходит ко мне. И вот Бабаджи Махарадж, он там совершал свои аскезы, ел только сухие чапати. И вот два-три раза в неделю он ходил просить подаяния в форме чапати. И пару чапати он ел сегодня, поставлял какие-то чапати на завтра, ел их с водой и солью. И так он очень похудел. И в итоге все преданные вокруг него хотели его как-то посмотреть, ну, проверить, чем он занимается, почему он болеет. И в общем, как-то он сильно заболел, и какой-то брат в Боге. Он никогда не хотел давать посвящение кому-то, но я знаю, так или иначе, одного ученика в Кальяне живет. И вот он, в общем, как-то получил посвящение у него. Ну, он уже тело оставил, но я думал, что нет у него учеников. Но потом он пропал куда-то, не знаю, где он. Ну, здесь где-то в 50 километрах жил. И в итоге Бабаджи Махарадж заболел, и все преданные, они настояли, чтобы он отправился в Дели, в какую-то больницу. Его положили в больницу.
Доктора сказали, что ваша ситуация очень опасна. Мы вас не отпустим. Тот сказал, нет, не буду жить в Дели, хочу нандаграм. Ну как вы поедете, вы больны. И, в общем, в больнице его оставили, но в течение... В общем, была возможность убежать от него, и убежал. Ну, Сасива куда-то отошел, докторов тоже не было. В общем, все вещи собрала, уехала в Вриндаван. Когда очнулись, уже не было его. Пошли в полицию заявление писать. Потом Паван Саровари его обнаружили и сказал, что если буду умирать, то умру здесь, а не в Дели. Я знаю, что я умру, но лучше я умру здесь, во Вриндаване. И это была его решимость. Джай! И вот наша великая Гуру Варга, кто будет критиковать их, мы их не позволим. И вот завтра тоже очень важный день, день ухода моего Шикша Гуру Шила Бхакти Кумут Санта Госвами Махараджи. И вот завтра Махараджа эту шлоку объяснит.